Губернатор Денис Пастлер накануне встретился с генеральным секретарем Всероссийской федерации волейбола Александром Еременко. Говорили о перспективах наших волейболистов. В предстоящем сезоне клуб Оренбуржья сыграет в сильнейшем дивизионе страны – Суперлиге. Мужская волейбольная команда Оренбуржья вернулась в элиту российского чемпионата, одного из сильнейших национальных первенств в мире. В нашем регионе волейбол является самым массовым видом спорта. Количество занимающихся превышает 59 тысяч человек. Спортсменов готовят в 43 спортивных школах Оренбуржья. В области 1192 спортивных зала, которые волейболисты могут использовать для игр и тренировок. Мы видим здесь большой интерес к волейболу. И внимание руководства, конечно, может нам гарантировать то, что волейбол здесь высокого уровня надолго, а может, не всегда. Регион поддерживал и будет поддерживать. И в следующем сезоне, я имею в виду, конечно же, про немаловажную составляющую финансовую, хотя еще раз говорю, что иногда бывает так, что и деньги есть, и результата нет. Вот здесь все, что называется, сложилось, значит, те самые вложения, которые направлены в этот вид спорта, волейбол, они